Сотрудники крупнейшей мебельной компании «Химок Оподерис» присоединились к движению общественной поддержки социально значимых инициатив «Химки. Интересно жить». «Оподерис» занимается производством мебели для ванных комнат. За свою 20-летнюю историю фирма стала одним из флагманов в своей сфере. На собрании трудового коллектива сотрудники обсудили инициативы по благоустройству родного города. На встречу были приглашены лидеры движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Химки. Интересно жить» — Михаил Раев, Елена Андреева, Татьяна Кавторева, Татьяна Недосвети, Руслан Шаипов, Юлия Ишкова и Ирина Беляева. Сотрудники фирмы рассказали лидерам движения о своих инициативах, которые помогут изменить облик города в лучшую сторону. Сегодня еще одно предприятие присоединилось к движению общественной поддержки. Очень классный трудовой коллектив. Мы не только обсудили инициативы, но и предприниматели, и сами сотрудники рассказали, как изменился их формат работы во время пандемии, какие новые бизнес-модели и новый спрос возник у покупателей. Подавляющая часть вопросов касалась территорий около ЖК «Солнечная система» и «Две столицы». Все потому, что большинство сотрудников проживают именно там. На собрании специалисты компании выдвинули инициативу об увеличении автобусных маршрутов в этих районах. Понятно, всех объехать невозможно, всех спросить, что нужно. Конечно, кто проживает в Химках, нам беднее, что нам нужно сделать во дворе, там в округе, где какую лавку поставить, где какую дорожку сделать. Поэтому вот эта работа, она пошла, и на сегодня она идет. В формате диалога активисты обсудили с сотрудниками предприятия возможность появления новых зон отдыха. Одной из социально значимых инициатив, которые на сегодняшний день волнуют жителей, это благоустройство территории, на которой можно было бы погулять вечером с детишками, либо самим взрослым людям, жителям городского округа Химки, пройтись и прогуляться. Некоторые из инициатив уже были ранее высказаны сотрудниками других химкинских предприятий. Встреча прошла очень оживленно. На самом деле, сегодня мы услышали и те инициативы от жителей, которые уже есть на сайте. Это здорово, это значит, что мы нашли именно то, что нужно каждому жителю. Все предложения жителей по улучшению округа опубликованы на сайте Хиш Онлайн. Те из них, что наберут большинство голосов, будут реализованы в первую очередь. Кирилл Петухов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.